пока все симпотно, мне игра очень нравится, блин, просто отдыхаешь в ней. Одна у них недоработка, мне кажется, это вот то, что за спину, когда заходишь, не поймешь, удар все равно у них проходит. То есть уже смысла за спину нету заходить. Ну только что от блока, по-моему. Не блочит, когда со спины бьешь. Но эти комбинации кунг-фу панды радуют. Я вот еще ниндзя не пробовал этого. Клинок теней. Там тоже, наверное. Только там, наверное, дамага поменьше. Хотя хрен его знает. Ну, кунг-фушники, они вообще... У них с самого начала дамаг такой был приличный. Не радует, что все говорят, что блок нормально работает. Но у меня может что-то с провайдером. У меня он полсекунды прижимается, эти блоки, когда начинает срабатывать. Такие индивидуальные системы, они прикольные вообще. Вот, вот здесь вот кидать всякие ядра, там факелы. В Терри мне нравилось то, что когда ты собираешь цветы, на тебя бафы накладываются, там камни, там на ХП, на МП. Тоже такая тема прикольная сама по себе. Просто не, ты не просто так цветочки собираешь. Сейчас
Пипец, не успеваю вообще блок прижимать. Они еще так замахиваются вообще все эти мобы. Просто так долго или. Это на специально, чтобы привыкнуть. Без чего. Ну. не знаю, может, скорее всего, у меня может интернет такой, блин, отклик вообще на блок. Наверное, это полсекунды вообще жесть уходит. Вообще, есть смысл в данже всех мобов убивать или так чисто проходить до конца, до главного?
Самое прикольное, это тут бью каких-то быков, что ли. В общем, я их кладу на лопатки, прыгаю наверх с них, сверху сажусь на них и сбиваю, они копытами лицо закрывают, типа. Тренировочка, типа, сделай то, что я тебя прошу. Знаешь, что смотрелось бы прикольно? Истеры эти, как его, забыл. Медведи эти маленькие, Винни-Пухи. Вот их бы здесь сделали бы, реализовать. Кунг-фу панда реально было бы. А чё, вовки уже есть такие? Гамаш, привет. Здорово. Ты уже какой уровень? 45. Нифига себе. А вы там переливаете арену, да? На последнем, походу. Там что, коробки какие-то дают? Не рассказывай. Я вот только 13 сейчас сделал. Делал этого кунг-фушника. Ну, мне понравился очень такой. По управлению. Ну, одну цель взял, бьет тебе там. Не парись. Так вот, с масухами, конечно, сейчас проблема. Это ты про кого, про дестройера? Не, кунг-фу. А. Мастер кунг-фу или как там он? Ты рукопашник? Ага. Не, он тоже неплохой.
Он беспроблемный. Вот там очень много во многих классах такие, знаешь, скиллы, которые, ну, не поймешь, что к чему. Этот подпрыгнул к цели, добрался, побил ее. Там пару комбо. Ну, все. У него тоже там на блоке, на комбо, на станах очень много сильно завязано. Я вот не знаю, как на арене. Там пипец, руки сломать, наверное, придется, чтобы догнать, словить в комбо. Блин. Это, конечно. Еще понять, когда этот удар придет. Ну, на арене самое то, это этот, как его. БМ? Питовод. А Васе не надо париться. Где-то запустил, он бегает цель лечит. Да, кстати. Я сейчас заходил, я так и не понял, как там арена у них работает. Ну что я зашел. Ну, я заходил там в начале каким-то пятым уровнем. Меня бросило там, не знаю, то ли хрен знает какой там, у него уже все скиллы были. В общем, пипец, по-моему, что за арена-то? Просто все уровни в одну кучу, что ли? По-моему, да. Ну, как бы кидает тебя в этот, по рейтингу же там. У него 1030, допустим, он не ходил на арену, да, скажем, там, до 45-го. И у тебя там 5-й левел, да, и как, скажем, 1300. И вас кидает на одну арену. Так как вы по рейтингу стоите на одном уровне. Ну, у меня, походу, рейтинг не забрало, я так понял. Я два раза там меня разложили. А не забрал из-за того, что он слишком большого уровня был. Скорее всего, из-за этого. То есть, по идее, можно каким-нибудь там 35-м питоводом зайти и оттырить какого-нибудь 40-го. Да. Получить побольше очков, я так понял. Только я еще не понял, мне рассказывали вчера ребята, что они просто ходили там, переливались на арене из-за куба, из-за ящики какие-то там им даются или что. Просто так. А, не знаю, арену я еще не следовал. Крабли. Сколько мне не делал. Да что-то я пока тут по локациям пробегу, даже не времени. Ну, мир мне понравился. Знаешь, чем он вроде бы хоть линейный, но нет такого вот, знаешь, унылости такой, как у Вархейджа. Почему, не знаю. Может, потому что еще до 45-го не докачался. Мне вот мир, конечно, у них прикольный очень нарисован. Сейчас в лес какой-то зашел, там кроны такие офигенные. Ну, это же один и тот же движок. Мы что же не знаем, что не третий. Ты разница, да, между графой Архейджа и здесь? Да, тут какие-то такие, знаешь, туманы, так. Ну, понятно, что там в Архейдже можно на дерево это полетать, позабираться, там здесь, конечно, все. Не, и здесь можно бегать по дереву. Ну, прокачаешь себе скилл, бег по стенам, короче, по деревьям. Тут можно бегать, прям. Ну, это скилл надо. Не, сама картинка радостная, да еще с этими няшками там вообще стебные. Да я говорю, вот корейцы делают игры какие-то типа в европейском стиле. Вот, типа Архейдж. Ну, в Архейдже хоть каких-то этих добавили. Варгенов. Вот. На самом деле никто не хочет этот европейский стиль, вон в World of Tess онлайн никто почти не играет по-нормальному. Ну, унылое, наверное, немножко.
Дело не в европейском стиле, дело в том, что как бы сама игра так сделана. Разработчики сделали уклон не в ту сторону. Если бы они сделали уклон в PvP игры, как бы был бы смысл какой-то, да? То есть там по сути PvE контента они не сделали нормального, кроме грядок. То есть его нет как такового PvE контента. Ну, такой скудный. А здесь, по крайней мере, довольно интересно данжи реализован, так сказать. Вы проходили много данжей, а там что-то данжи штуки 4 за всю игру. Поэтому, хуй знает. Там построено на огородах и на грядках. Ну, я не знаю, тем, кому нравится весовая ферма, это прикольно. А даже по ВЕ крабу там особо делать нечего. Ну, коль там грядки собрал, очки работы потратил, все. Ну, паки там отвезти. Ну, там, по сути, заняться нечем в игре. То есть, плохо реализовано занятость именно игроков. Пока ты еще качаешься, там есть как бы какой-то смысл, да? А когда ты уже прокачался, ну, то есть, ты и так делаешь одно и то же, а на 50-м вообще тут становится тоска. Тут, по крайней мере, ты можешь деньги грабить, то есть делаешь ежедневные квесты вот эти, и они, по сути, не кончаются. Каждый день обновляются, то есть полдня тратишь, чтобы пройти квесты. А если во всех локациях самый начальник проходит, то и вообще там целый... Просто по времени много выпадает. Там же каждый день повторяшки здесь есть. Типа дейлики, да? Понятно. Ну да, то есть ты прошел же квесты, и у тебя на следующий день они обновились. Там вот те, которые со значком бесконечности, квесты на них горит значок такой бесконечности беленький. Ну да, это вот в этих типа. Это все повторяшки, да, они каждый день обновляются. Типа данжи какие-то. Ну там данжи, боссы, там тому подобное. То есть эти квесты каждый день обновляются. Они для чего нужны, как бы ты проходишь, во-первых, деньги зарабатываешь на этих квестах, да, а во-вторых, там вытаскиваешь эти сундучки, оттуда ключи там и там подобное. Чисто ради сундучков, там ключей, кирок там и прочее. Чтобы эту капать. А есть смысл вот эти пироги собирать? Которые вот зеленые попадаются и белые. Не-не-не. Тут пиццу как бы. Ну что я смотрю, там вкладка для скрижали, там какие-то ячейки или что это? Для чего это? Ни хрен пойму. Ну, пиццу ты имеешь в виду. Ну да. Да, ну ее направляют туда. У тебя нет пиццы, что ли? Не, есть, я вот это вот сделал самую с первого этого вот, босса, который был. Ну ты пока качаешься, короче, там у некоторых NPC, рядом, которые обычно с колесом стоят, у них можно купить за бейджики, которые падают. Ну да, да, вот я вот сделал. Вот, вот эту пиццу. Пока ты бежишь, там они на разный левел, просто периодически обновляешь у этих NPC, и все. То же самое здесь на 45-м. 45-й апаешь, тоже у NPC берешь эту пиццу, с ней таскаешься, да, а потом из данжа хорошую уже выбиваешь здесь. А вот ваших. Смотри, еще вот куча оружия сейчас падает с данжей. Я уже заточил эти две пушки, у меня пока нету колбы, чтобы их соединить. То есть это оружие все равно продавать надо, потому что у меня нет уже активной ячейки нормальной пустой. То есть бессмысленно. Да я уже себе полностью сумку вообще открыл, честно тебе скажу. Да я вот сейчас тоже уже думаю купить в шопе, там же вот эта половина. Единственная вот вся фишка в том, что места не хватает, когда качаешься, вообще складывать некуда. У меня сейчас полсумки забиты кольцами. Я кольцо так и не промаршал себе. Там, ну, из-за того, что пошел дальше качаться. И времени не хватает, блядь, пока целый день квесты, короче, вот эти дейли там начинаешь делать ежедневно, чтобы бабки заработать, смотришь, и жизнь прошел. То есть, по сути дела, спать пора. Спать ложишься, встаешь, блядь, и опять эти дейлики. То есть, по сути, там на многие вещи даже времени не хватает. Это чисто забить на дейлики, если только. Но в то же время бабки и теряешь.
Слушай, они еще хорошо так пиратку реализовали, в принципе. Ну да, он неплохо. Косяки с переводом, конечно, есть, но в плане оптимизации довольно-таки ничего. Для пиратки даже очень ничего, честно скажу. Я тоже как бы смотрю. Но иногда только поглючивает, а так. Но у меня и то, наверное, из-за того, что интернет такой. Нет, она поглючивает у всех, он не поглючивает. Выдунивает, я смотрю, неплохо так довольно-таки выдухивает. Да, каждый день такая куча нубов на старте вообще, целыми днями. Я думаю, она сейчас все больше и больше уже, тут уже стримят постоянно ее везде. Я там в канал какие-то стримы кидал. Народ сейчас все, вся Россия узнает и все, и пойдет. Так там уже сколько там в группе, то ли 20 тысяч уже людей, это уже приличное количество. Нет, до хрена народу. Вечером обычно лаги бывают из-за нагрузки на сервер, народу слишком много. И сервер еще один только по камон. То есть вот я в Китае когда играл, в принципе, то же самое, что и здесь. То есть приличное количество народу и на квесты довольно-таки много данных, чтобы сходить, поэтому проблем с людьми нет. Единственное, там с утра маловато, конечно, и поздно вечером все спать уходят, когда. Вечерний прайм там вот хорошо делают. Данжевые квесты как раз таки. Там дальше сложные такие данжевые квесты. Ну, там соло вообще не будет пробежать, поэтому. Мне конфушник нравится пипец, не такие комбинации, он просто рвет так в клочья. Но вот если бы не лаги вот эти, то что там все зависит от блока, от стана, не пройдет, там, знаешь, что-то подвисло и все там. А он еще не может выдернуть из толпы, ему он прям в толпу врывается, там, особенно в данже. Там пипец. Не дай бог только лага нет вообще. Не, если я вот не знаю, если у меня так будет лагать, может быть перейти на этого, на форса и не париться. Все-таки он на дистанции кидаете, докидаете фаерболы. А суммонер он же тоже... Че суммонер? Он тоже ближним дерется почти, да, там? Суммонер нет, он вообще не дерется ближним, у него опять дерется. У него все делает все. Что-то я видел там какие-то там тоже комбинации, типа... Там молотком что-то там махает, там напрыгивает тоже. Нет, суммонер постреливает, он как маг, знаешь, издалека постреливает, а кет у него в основном танчит и врывается. Как раз вот если лагает, допустим, тебя, да, не сильно, да, или как-то там лагает, то персонаж с успехом нормально, по крайней мере, бежит, тебя там впихивает, пока тебя глючит. Не, у меня подлагивает, мне, знаешь, там опытом комбинация должна пройти, и у меня F загорается, типа там прыжок сверху, да, и мне бах, лагануло,
А моб уже все, он уже не в стане, не оглушен. И у меня пропадает целый мощный удар, в общем, и пипец. Там полси... Ну, питовод здесь, допустим, смотри, какая фишка. Питовод здесь, у него основная фигня — это его пет. То есть он у него и дамажит, и все остальное. А питовод — это как это, прибавка пета, так, подхилить его, управлять там и тому подобное. Ну вот я и думаю, или питовод, или форс, этот, который маг, типа. Довольно-то довольно-таки неплохо. Там, допустим, ты пет отправил на персонажа на какого-то. Там пет практически как перс. Довольно-таки жесткий пет. Вот. Отправил на какого-нибудь персонажа. И все, а сам бегаешь вокруг него, постреливаешь. Убегаешь от него. То есть, в принципе, как раз таки, если тебя лагает, то если тебя тащить. Не, бывает все нормально, бывает бах, пошло какое-то такое прям замедление, и все, и там практически все удары нужные вообще самые, они просто никуда уходят. Или уходят все-таки когда-то приходят, но там такой же рывок происходит, что не поймешь. А если так готовить персонажа к арене, то я даже не знаю, как у меня на арене все там будет с этим конфушником. Возможно, еще вот бывают плюсы для каких-то классов, когда он лагает там, к примеру, у кого-то. Особенно если это, как это выражается, если вот, например, ассасин какой-то класс, типа, ты ушел в инвиз, тебя лагануло, ты вышел, уже бьешь из инвиза, а противник еще не видит тебя, что ты вышел. У тебя как бы такая задержка, вот не знаю, как она здесь реализована у ассасинов. Возможно, и наоборот. Ты уже это... Ты типа в One Piece вошел, а он еще тебя видит. Нахрен его знает. Хотя, по идее, не должно так быть, потому что там, когда ты уже на сервере, типа в инвизе, как там мод кликает. Ну, надо проверять. Надо, в общем, тестить, надо сделать, будет классно. Я пока не знаю, почему-то подлагивает. Так вот бывает конкретно, а бывает вообще без проблем.
Все шесть по ходу каналов и все забитые. Не, много народу играет. Я говорю, тут да, допустим, практически в любое время можно подкусовать. Но в этом плане это хорошо, что количество людей, ну, по два килограмма. Я смотрю, они там бабок подбывают. Оборудование вроде меня. Мужики, как хороший сервер, хорошо стоит, по идее. Мне самое прикольное, когда этот кунг-фу, этот пипец просто. Такой, знаешь, всех зверей на лопатки ложат, они там лапки вверх поднимают, блин, типа. Особенно быков каких-нибудь, так копытами. Няшки стёбные такие тоже, блин. Мне только всегда не нравилось это вот в играх, вот как в Айоне, различие в это, в росте. Чтоб не было такого прям, что есть великаны такие огромные, и где-то с каблук няшки какие-то бегают.
Прикольно. Водопад такой идет с кром деревьев. Счастливо. Oh,